I'm storming on the corner, about to catch the last train home. I love to jump the barriers. So can you spare a penny for my thoughts? I've been praised upon the pavements. Passers by don't pay much. Chased away by neighbors, seen things you couldn't make up. If the streets could talk, they'd tell a story or two. I'll paint a picture for you. Итак, ребят, всем привет! Это канал Tour History, и сегодня у нас будет такая увлекательная рыбалка по всяким красивым весенним местам. То есть я сегодня объеду те места, где я давно не был, давно не ловил там. Ловил когда-то в детстве. Вот постараюсь сегодня на машине объехать все хорошие места и побросать там, половить, посмотреть, насколько хорошо отозвется окунь. Рыбалка, в принципе, сегодня будет на ультралайтовую снасть. Мой импульс. Вот и первый окунёк. И еще форелевая палочка. Ай, красота, смотрите. Я ее буду ловить на нее, просто чтобы почувствовать, что это такое. Скоро должны были быть соревнования форелевые, но их отменили, поэтому я просто с ней похожу, порыбачу. Итак, вот наши трубы. Вот они какие. Воду дают. И сейчас попробуем поймать окуня. Вот и первый окунек. Прекрасно. Сегодня я хотел как раз разловить эту чику. Сейчас мы посмотрим. Сейчас покажу приманочку. Это стрекозка от селекта. Такая интересная. И я вам скажу, такой довольно неплохой. Довольно неплохой. Вы посмотрите, какой размер. Офигеть можно. Отлично. Смотрите. Вот это размер. Итак, вот первая рыба на стрекозку от селекта. Мне очень интересно, я ее первую сегодня взял. Интересно, вот как она ловила бы. И вот есть третий заброс. И на вот такую стрекозку ловится первый окунь. Есть. Тоже так, ух, и подсел. Поменьше окунь, но есть. Вот такой маленький, вот такой малыш второй. Уточка, он ныряет прям, я даже забрасываю намного дальше, чем она. Метров на 5 аж за нее бросаю. А ей все равно плавает. Так, что сказать, вот между первым и вторым окунем прошло минут 10-15. И ни ударов, ничего не было. То есть нормально, интересная рыбалка. Он нырнула, сейчас вынырнет где-то. Так, ладно, давайте попробуем ту сторону. Итак, у меня очередное место, сейчас сложил импульс. Тут более такие заросшие места, сейчас полазю. Взял аренку, она покороче, с ней будет поудобнее. Импульс пока сложил, и следующие все места тоже будут такие, где я не хотел бы его сломать, пусть он лучше тут спокойно лежит. Рыбалка в таком сегодня ритме, просто объезжаю классные места, на которых давно не был, покайфовать, посмотреть, как все поменялось. И вот еще одни трубы уже, вторые, сейчас на них тоже что попробую поймать и пройдусь, такая узенькая, короче, сейчас все будет видно. А вот уже на следующем месте мне понадобятся вот эти пацаны, потому что там уже будет все серьезно. Итак, вот такое местечко. Вон ужики ползают, жабки. Сейчас вот на тот камешек бы перебраться, чтобы я вообще кайфовал. О, есть. Тоже красноперы много. Поплопопер бы тут, может быть, кого-то поймал. Поставил еще меньше джиголовку, 2 грамма. И сейчас попробуем кого-то поймать.
Так, блин, как здорово это было. Офигеть. Прям как на форелевой рыбалке только что побывал. А почему оно сошло, блин? Класс, вообще класс. Есть! Есть, 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 есть! Это уже сяк, форель, блин! Ты мне за все ответишь. Вот он! Смотрите! Круто! Так, прыг, скок! Сейчас попробую показать, я такого еще не видел. Вот смотрите, вот это вот моя приманка. А вот у окуня со рта торчит леска. То есть и уходит прям в глотку туда же, далеко-далеко в желудок. То есть этот чувак кому-то оторвал леску и убежал. И теперь вот у него прям в горло уходит вот она. Не знаю, видно, не? Сейчас попробую. О, прям в горлянку туда уходит. Не знаю, все, что я могу сделать, это отрезать ее, сколько смогу. И все как бы. Так, все, отрезал сколько мог. Не знаю, я думаю, ему так будет легче плавать. Может, потом отгниет или хрен его знает. Под камень. Итак, продолжаем. Получается, вот там трубы идут, с них выходит вода, усиливается течение, и вот как раз идет поток, и граница он тихой воды и вот этой струйки. И вот на как раз дотягивая до вот этой быстри, там вот был и удар, и поймался вот там окунек. То есть попробуем продолжать то же самое, в принципе. На форелевую палку вот этот, блин, я же вспомнил, как в том году на форелевых соревнованиях поймал свою первую форель, вот эта вот колбаса, вот эта вот, видите, такая, вуу, иди сюда. Траутманию отменили, зря мне только палки прислали, но зато я вот хоть окунька половлю. Кстати, все равно не зря, я себе хочу под головля вот такую же арену, только стрим. Это именно форелевый вариант, а стрим это более для условий, где есть течение, для рек, ну, то есть не в ставке в каком-то, а, ого. Она будет более быстрая, не такая колбасистая. И я думаю, она отлично подойдет для ловли голавлика. Блин, это так круто, это просто. И опять под тот берег. Граница. Ой-ой-ой, это щучка. Ребята, это щучка. Это щучка небольшая. Стой, туда не надо. Офигеть. Стой, стой, стой. Блин, забываю, у меня теперь такая штука есть крутая. Давай, давай, давай. Промазал, подожди, я промазал. Стой, я еще не привык. Ай, класс. Вот так-то. Красотища. Опять приманочка, вот этот уран сработала, селектовская. Я потом пачечки поснимаю отдельно, повставляю, покажу. Довольно прикольная резина, довольно классные цвета. Давай, давай, сама, ты еще бодрячком. Оп, погнала. Итак, ладно, сейчас перейдем на другую сторону этой трубы. Еще попробуем там половить. Там тоже место неплохое, тоже все с камней выложено. Фу, да в очко, я уже мокрились.
Вот он первый. Маленький-маленький. Это уже микроджиг конкретный. 1 грамм, твистерочек 1 дюйм. И вот такой как раз по размеру окунь. Still in the station when I wake up, I miss the last train home. Jump back over the barriers, no one's got a penny for my floors. I'm asleep upon the pavement, passers-by don't say much. Tutted up by strangers, dream things you'd never dream of. If these streets could talk, they'd tell a story or two. I'll paint a picture for you. Выцепил. Так, все, ладно, тут клюет хуже, чем там даже. Не будем терять время, у нас еще великие места, великие дела сегодня. Так что поехали. Хотел сегодня про технику ловли на микроджиг рассказать, именно про мою, про свою, как бы, как я это понимаю, как я это чувствую. Но поскольку вышел с ареной, то, ну, в следующий раз сниму. Много людей начинают, спрашивают, именно не то, как, на какие снасти я рыбачу, какой там толщины ставлю, а чтобы объяснить, как дергать. Вот у всех проблема это как дергать так, чтобы ловить. Что ты там дергаешь, кого ты там дергаешь. То есть в следующем видео про микруху я постараюсь заморочиться и объяснить, хотя это будет реально тяжело, потому что это у каждого по-своему это все чувствует, каждый по-своему, но опять-таки для новичков, у которых еще вообще нет никаких понятий, я думаю, все равно будет интересно и познавательно. Итак, та-та-та-там. Отправляемся куда-то туда, в заливы Псла. Только посмотрите, прям иду в самом центре весны. Вообще здорово, погода шикарная. Уже снял эту кофту, в футболке иду. Обалденно. Ребята, вот это вот форелевая ловля, смотрите. Ай, красота, смотрите. Эч, удары. Походу, щука и хорошая. Так, там флюорокарбон, поэтому я вообще ничего не делаю. Во, спину видно. Ну, как хорошая. Довольно-таки для этой снасти приятная щука. Чуть-чуть больше, чем та, что была. Смотри, что у меня есть. Иди сюда. Ага, говорит, нет, я еще хочу побаловаться. Давай, не бойся. Стой. Пошла опять, смотрите, что творит. Сильная, блин. Головка маленькая, сама такая жирная. Есть. Вот она! Вот так надо камеру брызгать, блин. Все, приманка на кусте уже. Фух, классно, блин, классно. Классно, вы посмотрите, какая. Стой. Во, довольно-таки 700-800 грамм тут, наверное, есть. Такая упитанная щупачка. Хорош! Такая, вроде и небольшая, но, блин, очень приятная. Тест этой форелевой арены от 1 до 4 грамм. И можете представить, как я только что кайфанул. Реально кайфанул. Вот такая щука. Блин, может конкурс сделать. Она-то понятно, что небольшая, но... Давайте сделаем. Не сделаем, я заставил весы там. Все, выпускаем. Всех выпускаем. Это было круто. Итак, кто нам сделал щуку? Щуку нам сделала Чика. Двухдюймовая Чика, фирма Select. Пачки в конце рыбалки поснимаю все и повставляю вот где-то прямо сейчас. Бах, и будет видно, как выглядит пачка и как она в пачке выглядит. И 3 грамма эксцентрик зеленого цвета. Вот так, и вот такая щука. Итак, вот, пока что еще с этого же места. Вот такой мелкий окунь. Несколько раз я доматывал, видел, что вот эти вот такие окуньки точно бегут за стрекозкой, за этой, но не хватают, просто преследуют ее.
И вот первый только клюнул. Я думаю, сейчас вот туда ближе, там протока узкая, через которую заходит вода. Вот, да. И там должно быть течение побольше, водичка бить, и он там должен быть поактивнее. Я так думаю. Так, сейчас записываю это видео на месте, где поймал щуку. Не знаю, прокатит, не прокатит. Сейчас будет одно местечко такое, туда заходит водичка. Опять скрипит потертое седло. И там постоянно есть голавлик и краснопера. И я не знаю, получится или нет, это такое место одного броска. То есть бросаешь, или ударчик, или есть, или нету, все. Вау, такое все разогналось, все. Чисто зайти, поймать одну рыбу. Иногда это получается, иногда это не получается. И если сейчас не получится, вы это вообще ни хрена не увидите. Помните, да, втирал там про место, там с одной поклевки, с одного... Вот, короче, вот оно, оборвал три блесны, ни одного удара, иду дальше. Покажу реально хорошие вещи, спонсоры прислали. Я все показывать не буду, показываю только то, что мне понравилось. Прислали целую кучу коробок, я показываю только одну. Та, что мне реально понравилась. Versus. Фирма, которая производит, называется Meiho Made in Japan. Почему она мне так сильно понравилась? Я вообще не сторонник дорогих вещей, но именно коробка с вот такими пластиковыми открывашками. Действительно крутая, именно это. Почему? Потому что я пользовался очень часто украинскими Aquatech, например, китайскими. Все вот эти штучки, вот эти вот, через них вылетают маленькие крючки, застежки, теряются в портфеле. Я их загонял в руки. То есть находил крючки реально в таких местах, что мне аж страшно становилось. Эти дешевые китайские или наш Aquatech, например, да, тот же, он очень легко открывался. То есть если в портфеле валялось, часто вот просто вот эта штучка настолько торчит, что за что-то зацепляется и открывается, и все вываливается оттуда. Плюс все торчит из щелей, отовсюду. Эту коробку я получил. И я просто реально доволен. То есть много коробок я получил, но там они в основном простые. Просто отсеки, как для воблеров. Тут я не вижу смысла их покупать. Именно японские, более дорогие. Но, когда речь идет о вот таких штучках, для мелочевки, для реально маленькой мелочевки, маленьких крючочек, застежки, еще карабинчики всякое вот такое, то это действительно круто. Забил я маленькими крючочками разными, застежечками, карабинчиками, грузики даже тут. Все тут. Джиголовочки те, что вот. Просто можно телепать как хочешь, как хочешь, и все на месте. Ни один крючочек нигде не вылез, ни сбоку, ничего, просто идеальная штука. Пластик идет настолько хороший, что, например, Aquatech, вот годик, полтора-два, не помню, я походил, все, вот это раз и отвалилось. Просто количество, открыть можно 50 раз, например, открыл, закрыл, все, оно отвалилось и все. Тут же я больше чем уверен, что, ну, явно видно, что пластик хороший. Пластик классный, тут типа как пружина стоит, то есть оно чик и закрылось. Чик и закрылось. Versus называется, Meiho Made in Japan. Тоже ссылку сброшу. И, кстати, я думаю, в наш интернет-магазин мы тоже эту коробку добавим, потому что она реально крутая. Ха, симфония жаб. Итак, история такая, перехожу. Весна, все разлилось. Я, в принципе, знал, что мне не хватит заброд. Но я просто не думал, что я сюда пойду. А потом подумал хорошенько. А потом подумал, что обойти на ту сторону, это надо полчаса убить. По суше, чтобы не заходить в воду. И вот поэтому я иду здесь. Вода, я скажу, уже не такая холодная, как была. Но она реально еще холодная. И вот поехали. Я сейчас буду передавать. Вот я сейчас захожу прям по горохи. Ой, ниже зашел уже. По пояс. Ой, как хорошо. Да, бляха, муха. О. О. Так, вылазим нахрен отсюда. Опа! Аккуратненько так. Опа! Миссия выполнена. Вот так-то. Ох, такой хороший. Это вот это место, за что я говорил,
поуже тут, и водичка идет, и должно поактивнее окунь быть. Вот. Хоть где-то не соврал. Неудобно кидать тут просто, смотрите. Хорошо этот не взял импульс, потому что он 2.30 почти. Я бы сейчас тут мучился сильно бы. Блин, как прикольно на эту снасть тягать рыбу, даже небольшую. Иди сюда. Сейчас попробую хоть одну поклевку заснять, чи шо. Вон, смотрите, ландыши будут скоро. Ландыши. Он весь вон лес усеянный. Будет красивенько. Ого, вы видели? Прикольно так вообще. Как-то за сильно быстро окунь плавает. Оба. Вот такой красавчик. Ну, размерчик чуть-чуть побольше, чем был в этом, в заливе. Вот так в детстве любили делать. Ой, господи, 30 лет, идиоту. Так, поменяю стрекозу, потому что я ее реально кидаю целый день. Она ловит и ловит, но мне что-то кажется, что сейчас надо вот что-то такое. Люблю такие приманки, как уран. Получается, смотрите, вроде и червяк, вроде и активная приманка, а вроде и червяк. То есть маленький твистерный хвостик. Но уже, как всегда, я говорил, что если она вам нравится, значит, она и рыбе понравится. Сейчас мы это и проверим. I'm storming on the corner, about to catch the last train home. I love to jump the barriers, so can you spare a penny for my thoughts? I've been praised upon the pavements, passers by don't pay much, chased away by neighbors, seen things you couldn't make up. If the streets could talk, they'd tell a story or two, I'll paint a picture for you. Блин, это просто супер. Иногда вот окунь бьет слышно удар, иногда просто повисает, блин. И вот когда вот слышно удар, вот эта форелевая палка, блин, классно. После удара это как чу-чу-чу пошло, смотрите. Так, второе, это вот такой липгрип фаворит. Сегодня я его уже опробовал, и я скажу, это реально классная штука. По сравнению с пластиковым, он меньше будет травмировать рыбу. Мне все писали, что возьми лучше его, ну, вот такого образца либгриб, чем пластиковый, потому что рыба травмируется меньше. Тут вот маленький чик, проколол ей там внизу под губой, и все. А у пластикового объем зажима большой, и когда рыба брыкается, ей просто ломают все зубы, ну, щуки. И, короче, вот такая печалька. Я сегодня попробовал, мне очень понравилось. То есть штука, за которую не стыдно. Так, всем, кто говорит, хочу начать ловить на микроджиг. Блин, хочу, но никак не получается, не ловится. Вот самое время сейчас учиться ловить на микроджиг, пока клюю. Это дырка. Такое, как повеселее должен быть. Что у нас тут такой? Бодрячок прям. Ой, хорош. Ну, конечно. Красавчик. Стой. Классно, смотрите. О, это уже размер интересный. Блин, было бы больше у меня времени,
Сейчас бы я его показал, как запекать окуня в нечищем, вообще не выпуская ни кишков, ничего. Просто с солью натираем и запекаем. Очень крутая штука, но, блин, я, тем более я голодный, я целый день не ел, я даже воду с собой не взял, я сейчас хочу вообще до машины быстрее, чтобы попить. Вот этот кабанчик, просто я смотрю, как раз бы я наелся. Ну как, нормально перекусил бы. Ничего, в следующий раз будет идея для следующего видео. Если вы забыли подписаться, обязательно подписывайтесь, потому что это уже такое, как конец видео. Что скажу? Не забывайте подписываться на наши соцсети, то есть как Instagram, Facebook, ВКонтакте. Все ссылки под видео. Например, в этих соцсетях вы сможете видеть не только видео, а фотоотчеты. Фотоотчетов намного больше, чем видео, потому что не всегда получается такая, ну, именно насыщенная рыбалка, с которой, ну, мы делаем видео. Хочется вылаживать действительно какой-то качественный контент, поэтому бывает так, что бывают фотоотчеты есть, а видео с этой рыбалки не получается. И также всем, кто хочет помочь, наш интернет-магазин, первая ссылка под видео. Сам практически на все, что есть у нас в интернет-магазине, я ловлю сам. То есть протестировал, понравилось, закупили. То есть вот в таком режиме оно все работает. Все, ребята, спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, колокольчик. Все, короче, помогайте. Давайте.